Северо-западная промышленная компания «Актив» — это современное научно-производственное предприятие. Основной функцией компании является оснащение заводских лабораторий оборудованием, предназначенным для анализа и контроля физико-механических свойств, химического состава, структуры и состояния металлов и сплавов. Компания «Актив» обладает лицензией на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений. Компания представляет собой команду профессионалов, специалистов с многолетним опытом работы в оборонно-промышленном комплексе. Ими было создано, внедрено и сертифицировано 16 типов приборов и более 7 тысяч единиц продукции для различных отраслей народного хозяйства. Маркетинговые исследования, проведенные специалистами ООО «Актив», позволили определить номенклатуру приборов и оборудования, востребованных на промышленных предприятиях нашей страны. В результате, вместе с ведущими специалистами в области спектрометрии ООО «ИВС» был разработан эмиссионный спектрометр «СПАС-02». Главной задачей при создании настольного эмиссионного спектрометра «СПАС-02» было получение прибора, способного не только соответствовать новым потребностям контроля качества металлургического производства, но и сделать его доступным большинству промышленных предприятий России. «СПАС-02» является оптимальным решением для заказчиков, которым нужны экспрессность, высокие технические характеристики, надежность и высокая точность результатов определения полного элементного состава металлопродукции при минимальных затратах на покупку, внедрение и эксплуатацию прибора. В настоящее время компания «Актив» участвует в производстве, а также продает и осуществляет сервисное обслуживание эмиссионных спектрометров «СПАС-02». Промышленные предприятия и научные организации России по достоинству оценили преимущества спектрометров «СПАС-02». С каждым годом объем реализации этих наукоемких приборов возрастает. Северо-западная промышленная компания «Актив» в течение нескольких лет оснащает заводские и научно-исследовательские лаборатории России и стран СНГ электролизными лабораторными установками серии «ЭЛАМ». Установки серии «ЭЛАМ» выпускаются в трех модификациях. Они предназначены для проведения весового электролитического анализа меди, никеля, свинца, кобальта и других металлов в сплавах и чистых металлах в соответствии с действующими ГОСТами. Следует отметить, что в России и странах ближнего зарубежья спектрометры, аналогичные СПАС-02, выпускает не более 10 предприятий. А что касается электролизных лабораторных установок, то «Актив» является единственным производителем оборудования такого рода. Вся выпускаемая компанией «Актив» продукция сертифицирована. Научная, производственная и коммерческая деятельность компании «Актив» неоднократно получала положительные отзывы специалистов. Компания награждалась дипломами за активное участие в международных выставках и развитие металлургической отрасли России. А в 2007 году в конкурсе на лучший инновационный проект в области металлургии и машиностроения ООО «Актив» получила диплом и медаль в номинации «Успешный выход на рынок» за разработку эмиссионного спектрометра «СПАС-02». В производственной деятельности компании «Актив» важную роль играет процесс обучения заказчиков работе на спектрометрах «СПАС-02». Курс обучения может быть проведен как в сервисном центре «Актива», так и на предприятиях, приобретших наши приборы. Принцип работы с покупателями в ООО «Актив» заключается в налаживании долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Доброжелательность, компетентность, оперативность – основные принципы работы сотрудников компании «Актив» с заказчиками. Специалисты компании «Актив» очень внимательно относятся к обращениям покупателей как на этапе заключения договоров, так и в период гарантийного, а также и постгарантийного срока обслуживания.
Пользователи продукции ООО «Актив» получают оперативную поддержку различными, удобными для них видами передачи информации – телефонные переговоры, электронная почта и тому подобное. География рынка сбыта приборов и оборудования «Актива» – это практически вся Россия, а также промышленные предприятия Республики Казахстан и Украины. Компания «Актив» зарекомендовала себя надежным поставщиком оборудования и приобрела серьезных заказчиков, ставших ее долгосрочными партнерами. Наиболее крупными из них являются «Уралэлектромедь», «Норникель», «Северсталь», «Адмиралтейские верфи», «ФГУПЦНИКМ», «Прометей». Оформить заказ на наше оборудование можно любым доступным способом – по телефону, факсом, письмом по электронной почте. Компания «Актив» приглашает промышленные предприятия России и ближнего зарубежья к взаимовыгодному деловому сотрудничеству, целью которого является всестороннее развитие промышленности наших стран.